Вот такие сырнички сейчас я приготовлю. Оставайтесь со мной до конца, я покажу вам, как я это делаю. Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Сейчас я буду готовить сырники, но не обычные, а из серии «Правильное питание». Без соли, без сахара. И буду их запекать. Для этого мне понадобится творог, яйцо, ванилин, корица и совсем чуть-чуть добавлю ряженку. Сейчас я все это смешаю. И если будет необходимость, я взобью либо блендером, либо миксером. Наверное, блендером. Сейчас все перемешаю и посмотрю, что у меня из этого получится. Ну все, дорогие мои зрители, все готово. Я сырнички уже приготовила. Сверху я посыпала их корицей и украсила яблочком свежим. Смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки. Все, кто за столом, желаю приятного аппетита. Спасибо, что вы были со мной. А с вами была я, Ника, и мои московские будни. Всем пока-пока. Берегите себя и своих близких.